Друзья, сегодня мы продолжаем эксперименты с автосветом. В прошлом выпуске мы выяснили, какие из наших ламп самые яркие с помощью самодельного стенда и штатива с фарой, которые устанавливали на улице. Но тест получился немножко неполный, ведь одно дело их яркость, но и совершенно другое дело это надежность, ведь многие жаловались, что яркие лампы перегорают буквально через месяц-два. Да и было бы неплохо узнать их реальную мощность, ведь производитель мог все что угодно написать на упаковке, ну а по факту все может быть совершенно по-другому, поэтому сегодня мы это все выясним. Для этого по-быстрому соберем регулятор напряжения, чтобы можно было плавно поднимать нагрузку. Получилось как-то так. И к нему уже подключим трансформатор на 24 вольта. Далее я собрал вот такой штатив для мультиметра и тут же установил разъем для ламп. Сжигать будем, конечно же, только ближний свет, ведь еще ни у кого не перегорел дальний на лампах H4. Если у вас да, то вы настоящий счастливчик. Первым на тест пойдет маяк. Будем плавно поднимать нагрузку и смотреть, на каком напряжении сгорит лампа. Чем этот показатель выше, тем лампа будет надежнее, то есть ее надольше хватит. И тут возникла проблема. Из-за яркости лампы вольтметр совсем не видно, поэтому было решено закрывать лампы трубой. За одним будет защита, на случай, если она лопнет. Сейчас, в принципе, все стало хорошо видно. И на 15,5 вольт маяк сгорел. Далее идет самый яркий Фукура. Жалко, конечно, жечь такие лампы, но для того он и тест. На 13,9 вольт лампа перегорела. Как-то маловато, мне кажется. Сейчас возьмем самый крутой и всеми любимый Osram. Посмотрим, сколько он возьмет. Что-что? 12,4? Вы серьезно? Чувствую, полетят сейчас у меня помидоры. Как такое вообще возможно? Ведь напряжение бортовой сети уже 14 вольт. Такие лампы должны сгорать мгновенно. Наверное, что-то тут не так. Однако все забывают проверить напряжение на самом разъеме. Там-то далеко не 14 вольт. И не думайте, что это только на тазах так. На иномарках все то же самое. Поэтому лампочки не сгорают, а светят в полную силу. Но все равно в моем тесте лампа сгорела прям очень быстро. Возможно, вольтметр показывает неправильно. Давайте подключим более дорогой. И правда, мой показывает на 0,7 вольт меньше. И еще момент, мы используем тут переменный ток. Однако простые лампочки на 12 вольт тут не перегорают. И даже на максимальном токе. Да и в любом случае условия тут у всех ламп будут одинаковые. И так как мы уже несколько ламп сожгли, то тест все равно придется продолжить. Хоть и нужно сделать поправку на вольтаж. И на сожжение у нас следует Philips. Тут как будто бы уже до 12 вольт произошел трындец. Жесть. То есть получается, что все эти лампы яркие только потому, что работают на самом пике. Следующие General Electric. Они были чуть тусклее. Давайте посмотрим, сколько выдержат они. 13,5. Ну, уже лучше. Тут, кстати, спиралька отпала полностью. Далее еще один Osram, но более дешевый. А вот этот неплохо взял. Целых 15,7 вольт. Светил бы еще получше, тогда бы цены ему не было. Далее дешевенький спутник. Что-что? 17,6. Вот это вот сильно. В общем, если вы хотите поставить лампы и забыть, то спутник точно для вас. Светит, конечно, так себе, зато хватит надолго. А у вас не возникало желания сделать из лампочки что-то вроде кипятильника, ну либо предпускового подогревателя охлаждающей жидкости? Ведь нагревается она довольно хорошо и в тот же момент не так много потребляет энергии. Давайте для интереса попробуем скипятить ей стаканчик воды. Сейчас также постепенно будем добавлять напряжение. Пузырьки, конечно, появляются, но вода даже не думает кипеть. Если сделать стаканчик черным матовым, то, возможно, процесс ускорится, но все равно я ожидал большего. Сейчас давайте еще попробуем сломать колбу и также погрузить лампу в стакан. Слабонервных прошу это не смотреть. Нет, на самом деле колбу ломать нужно немного по-другому. Хотя бы завернуть ее в ткань, чтобы осколки не разлетелись. Вроде как сломать удалось, и даже спираль уцелела. Давайте пробовать.
При включении спиралька уже не светится, но тут же появился гул от воды, то есть она, видимо, локально начинает закипать. При повышении тока спираль начинает светить и возникло какое-то синее помутнение. Попробуем еще разок. Эх, сгорела она почти моментально. Как видели, кипятильник из такой лампочки не получится. Кстати, кто знает, почему вода посинела, напишите об этом в комментариях. Ну а сейчас продолжим уже нормальный тест. Следующий момент, который я упустил в прошлом выпуске, это потребляемый ток этих ламп. Ведь какие-то, может, светили ярко из-за того, что они более мощные. Это не есть хорошо, ведь из-за повышенной мощности могут плавиться провода, разъемы и даже отражатели. К тому же это достаточно опасно, ведь нередко бывают пожары из-за этого. Про повышенный расход топлива я вообще молчу. Поэтому сейчас давайте сравним их реальную мощность с той, которую написали на упаковке. Ну вот про проблема. Я почему-то сначала сжег лампы, а потом решил померить их мощность. Такое, наверное, только у меня может быть. Хорошо, что каждая лампа у меня в двух экземплярах. Но кроме спутника. Как же так? Спутник самый крутой на выживаемость. И он у меня только один. Ну ладно, давайте хотя бы дальний свет у него померяем. В проведении такого эксперимента нам поможет мультиметр, ну и обычный аккумулятор. Тут, в принципе, все просто. Подключаем и смотрим, сколько ампер кушает лампа. Мощность, думаю, все еще со школы умеют определять, то есть это напряжение, умноженное на силу тока. Как ни странно, все лампы, участвующие в наших тестах, практически одинаковые по мощности. Разница хоть и есть, но совершенно незначительная. То есть, как и предполагалось, яркие лампы кушают больше, но лишь на смешные 0,2 ампера или 2,5 ватта. Для наглядного понимания, это потребление как у одной лампочки в щитке приборов. Так что такую разницу даже в расчет брать не будем. А вот если подключить реально 100-ваттную лампу, то это сразу ощущается. И нагрузка у нее на одной спирали такая же, как на двух спиралях у простых лампочек 55-ваттных. Да и я бы совсем не сказал, что она ярче светит. А вот нагревается она значительно сильнее. Поэтому я вообще не советую ставить подобные лампы. В общем, сегодняшний тест получился уже более полный, и думаю, многие сделают правильные выводы. В общем, как и предполагалось, самые тусклые лампы оказались самыми надежными, но думаю, это только для дневных ходовых огней, если вы их используете. Если же хотите реально хорошо освещать дорогу, то нужно пользоваться уже лампами подороже. У них уже немножко другой рейтинг, то есть первое место будет Fukura, затем General Electric, потом Osram, вот такой, который плюс 150%, и на последнем месте у нас тут Philips. Ну а более такой средний вариант, чтобы мало-мало светило и в тот же момент сгорало не так быстро, это, я думаю, наверное, Osram. Вот. Но все-таки он светит плоховато. В общем, такой у нас сегодня получился тест. Кому видео было интересно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Ведь очень скоро будут продолжения тестов с ремнями ГРМ, поэтому не пропустите. Спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Денис Механик. Всем пока.